давайте запишем реакцию на Жанар Дугалова. Песня называется «Айта, берсін». Давайте посмотрим. Давайте. Поехали. Но первая песня мне понравилась, ну, которую мы записываем. Она молодая, взрослая. Мне кажется, она не слишком давно. Так можно и устать играть. Весь в поту человек. Типа она кричит, не шуми, да? Ну он не слышит, что она... И ему будет как в детстве, если она зайдет. Танцы такое. Смысл, конечно, я не очень понял песни, но как она спела и вот эти танцы такие быстренькие, мне понравилось. Танцы. Тебе понравился клип? Мне понравился клип. Я не знаю содержание песни, но
содержание клипа, как мне показалось, это вот, ну, у каждого на пути были свои преграды или, допустим, свои цели и свое видение. Вот, и что не нужно смотреть и слушать других людей, нужно идти и добиваться своей цели. Ну, скорее всего, так оно и есть.